Друзья, рада вам сообщить, что в сети ножевых магазинов Мейсер Мастер наконец-то появятся авторские ножи Максима Груздева. Максим, расскажите, пожалуйста, о них. Я начал заниматься изготовлением ножей 5 лет назад. За это время я уже изготовил 1000 ножей, и вот наконец-то дорос до того момента, когда мои ножи будут представлены в ножевой сети. Я делаю ножи подарочные, как правило, покупают для удовольствия, а не потому, что людям нечем резать. Подарок это может быть как какому-то близкому или нужному человеку, так и себе родному. Я делаю два вида ножей. Ножи такие вот универсальные, называю хозбыт, из каких-то узорчатых клинков. Вот в данном случае это клинки из мозаичного дамаска. Там хаотичный узор, который образуется разными видами стали при ковке клинка. И ни один нож не похож на другой. То есть каждый нож как отпечаток пальца, то есть он индивидуальный и уникальный. И есть определенная категория людей, которые это ценят. Другие ножи, которыми я занимаюсь, это ножи для кухни. Тут они больше рабочие, скажем так. Я делаю ножи с тонким сведением. Они обладают хорошим резом и простой правкой. Вот если приглядеться, тут подводы даже не видно. Настолько тонко сведены эти самые спуски клинка, корирующие кромки. Что я могу делать этим ножом? Или этим? Ну, в общем-то, все что угодно. Это вполне рабочий нож, он заточен, и можно взять в поход, на охоту. Ну, повторюсь, это так называемый полщик. Их покупают просто коллекционеры там для красоты. Для эстетического какого-то удовольствия. Максим, вот у меня в руках три ваших ножа, и на каждом клинке абсолютно разные рисунки. Мне интересно, как они получаются при изготовлении или при отделке. Что это вообще значит? Расскажите. Ну, при изготовлении клинка используются разные типы стали. Многократным складыванием и проковкой эти стали замешиваются и формируется вот такой хаотичный узор. То есть это взаимодействие разных сталей, да, правильно? Да, после того, как клинок выточен, он опускается в кислоту, травится. А разная сталь окисляется по-разному, и вот на поверхности проявляются вот самые вот белые, серые и черные цвета. Вот это разные материалы. А какая сталь здесь используется? Здесь используется углеродистая сталь ШХ-15. Это сталь, с которой делают подшипники. 50А – это сталь, с которой делают рельсы. И белый – это никель. То есть это прочный такой нож? Это нож прочный, но, конечно, этот узор сделан не для достижения прочности, а просто для красоты. Угу. А вы знаете, какой узор получится, или это всегда непредсказуемое? Ну, и да, и нет. Какой-то план закладывается, конечно, в заготовку, но окончательный результат может быть увиден только после того, как клинок будет изготовлен. Максим, очень яркие, красивые рукояти. Расскажите, из чего они сделаны? На рукояти я использую стабилизированную древесину. Я сам занимаюсь стабилизацией дерева. Это корейская береза или клен, или другие какие-то породы. Они пропитываются специальным смолой, которая при нагревании застывает, и дерево становится таким вот пластмассоподобным, водостойким, приобретает красивый цвет. Форма ножа у рукоятки моя оригинальная, я к ней как-то пришел в процессе работы, и теперь это, в принципе, известно как груздевская рукоятка. Если вы ищете уникальную вещь, единственную в своем роде, то этот нож – замечательное решение для себя или в подарок. Бывают ситуации, когда не знаешь, что подарить, потому что у человека все есть. Подарить ему нож. Даже если у него есть 1, 10 или 100 ножей, все равно он будет рад еще одному, потому что такого ножа у него еще нет.